ночь. Это мы находимся под зданием Министерства иностранных дел. Да, кстати. И тут вовсю орудуют люди в темном. Редко удается заснять их работу во время самой работы, только после. Что это они? А, футбольный клуб «Динамо Киев», да? ФК. Вот они. Мне всегда, кстати, было интересно, свободные художники. Тонкие линии рисуются. Какие-то специальные баллоны вот, тонкой линии. Фуникулер спускается. Вот кому наш город обязан чудесной своей красотой. Что? Да, фуникулер работает. А вас не гоняют за таким занятием, если поймают, что сделают? Тут ничего. Тюрьму. Тут ничего, да? Ну вы же... Нет такого места, которое вы в Киеве уже не обрисовали. Даже уже в Андреевский, по-моему, грохнули. Есть очень красивые картинки, а есть... Павел, не вступайся. Ладно, идем. Ребята... Ну не могу я вступиться, если хорошо рисую. Ну ладно. Счастливо. Да. Мы должны были их в мягкой форме пожурить. За что? За что? За то, что они все обрисовали. Вы посмотрите, Павел. Вот а вы вступаете. Те, которые рисуют, вы лицемер. Вот. Вы не понимаете. Вот это вот хулиганы. Это хулиганы. И нехорошие надписи. А там картины. Да, и рисуют. Они тоже недалеко вещи. Ушли. Осторожно, он грязюка. Факт какой-то рисовали. Факт «Динамо Киев». Ну, футбольный клуб «Динамо Киев». Ну да. Я вообще не фанат футбола. Но... Куда ушла вся творческая энергия? На роспись стен. Лучше, чем ломать чего-то. Да уж. Ну, конечно, и лучше, чем сидеть на наркотиках. Это правильно. Да, согласен. Поэтому, чтоб ты не делал, ты говори, я ж не колюсь. Да. По всему это все оправдано. Но это хуже, чем пить крафтовое пиво. Это правильно, в ирландском пабе. Даже не закончит эту горку там многострадальную. А тут как будто какой-то был этот оползень. Кстати говоря, я... Это редкий случай, когда застаешь этих молодцов за работой. Ну, конечно, они прячутся обычно. Да. Я удивлен, что их лица не покрыты какими-нибудь шарфами с черепами. Да. Смотрите. Да. Оползень. Вы думаете? Ну да. Видите, как оно выбрано. Это навезли. Но здесь же была дорога. Грунта просто подсыпали. Ну, не буду спорить. Вы правы. Если бы дорога была в хорошем состоянии, ну, никто бы ее... Сначала, а потом да. Ее попытались укреплять. Никто бы ее не укреплял. Не узнать. Этих мест кругом пакеты с кирпичами, горы щебня. А вот знаменитая беседка. Вот это место. Вот оно мало того, что прославлено кинематографом, оно еще красиво само по себе. Согласитесь. Ну, к сожалению, оно тоже от вандалов пострадало уже. Вот эта чудная беседочка. Это здесь. Там же все Свирид нет. Петрович Голохвостов вот, похвалялся своей новой жилеткой. Ну, и да, штанами, которые как труба, да? Вот
Подождите, а возле этой беседки? Разве не возле памятника Владимиру? Ну, где-то, ну, здесь, на горке, да? Ну, да, да. Это уже, собственно, Владимирская горка, согласитесь, да? Это она и есть, да. Памятник Владимира. А штаны должны быть как труба. Эта беседка, она же имеет какую-то историю. Я вот не помню точно кто, но это какой-то богатый... Меценат пожертвовал. Да, выделил деньги на то, чтобы ее построили. Вы думаете, это не более поздняя копия того, что ну, было разрушено? Копия, да. Я имею но в виду, копия что... с того, что да, было, изначально, да? Изначально вот оно вот пошло оттуда. Потом, конечно, в советское время ее уже переделали, а может уже и после но, советского времени переделали. Прошу прощения, ее повторили, как я понял, да? Близко... Реплика. Да, реплика. Но изначально вот она была, это какой-то там... Надо погуглить, потому что я про это ну, читал. Да. Какой-то известный человек вот пожертвовал деньги на эту беседку изначально. Это 19 или уже 20-е? Вот ну, конец 19-го, начало 20-го. Да, это где-то эти времена. Вот видите, уже поворовали все перила, осталась только одна секция. Вы думаете... Поворовали. Зачем вам перила? Вот. Вот видите, вон места для крепления. Вот тут вот были. Yes, нет. В каждом этом самом. Через раз, я вижу. Да. Вот между... Поворовали доски, вон видите, над нами звезды видно. Да. Интересно, могут ли это делать коренные киевляне? Или все-таки это гости столицы таким занимаются? У которых ничего... Это занимается, это нечистая сила занимается. На нее все и списывается. Дас. Ну, в данном случае все это будет восстановлено. Вот, и уже летом мы здесь увидим полный порядок. У меня есть такое чувство, что они все-таки закончат. Числа будут продолжать это строить или до следующих выборов оставят. Ну, вы тоже прав. Когда следующие у нас? В 24-м году? Может, в 24-м опять начнут достраивать? Агитпункт закрылся. Знаете, как в этом анекдоте, нет? Кто закрылся? Про закрытие агитпункта. Не помните этот не старый помню, анекдот? Нет. Умер старый большевик. Ну и как только душа у него отлетела от тела, сразу же предстал он перед специальной комиссией, они говорят, поскольку человек заслуженный, то мы предлагаем вам самому выбрать, где вы желаете в дальнейшем пребывать, вот, в аду или в раю. Он говорит, ну а как мне сделать правильный выбор? Ну, пожалуйста, вы можете испытать, побыть там, побыть тут. Вот. Он опустили его сначала в рай, Ну что, рай, да, тепло, пальмы, под пальмами сидят праведники, играют на цитрах, да, такое дело, поют хором, так сказать, хоровое пение и прочее. Вот. Он говорит, ну хочу теперь в ад, попадает в ад, ну а там казино, кабаре, пиво пенится в бокалах, шум, гам, девки визжат. Шум, говорит, мне здесь у вас нравится, пожалуй, тут и останусь. Вот, вдруг раз, свет потушился, девки куда-то исчезли, да, вот, казино пропало. А что такое, говорит, происходит? Как что? Ну все, выбрали, агитпункт закрывается. Демоверсия. Да. Ну что, пойдем. Идемте. А, так может агитпункт закрыться? Выключайте уже запись. Вы сейчас все снимете и ничего не оставите в тайне. Да. Мы разоблачим всех и вся, Павел. И не останется камня на камне, никаких тайн. Мы вскроем всю подноготную. А вы не хотите разве обличать неустанно? Нет, да. Мне хочется положительных эмоций. Надоело, когда все вокруг плохо. Хорошо. Хочется чего-то хорошего. Вот теперь я выключаю камеру. Я вам верю. Вот.